Продолжаем. Так. Как вы помните, Наташа поставила рыбку. Все, так, подождите. Смотрите, ох ты! Красота! Я вам, видите, говорила про этот соус, который на дне. Вот. То есть он, шпинат? Вот шпинат весь в соусе. Да. Так, теперь мы... Он получится мягкий. У меня тут вилочка. Сейчас мы проверим вот это вот место. Потому что здесь самое толстенькое. Посмотрите, какого цвета. Ох. Шикарное. Видите? Розовая. Вся сготовилась. Все, да, все готово. Вот этот цвет, видите, какой он? Замечательный. Очень нежная. Вот какая нежненькая, мягенькая. Сочная, вся. Нежная. Шпинат чудесная добавка. И шпинат, видите, вот сок. Сок, смотрите, какой сок тут видно. Видно, видно. Вот да. Сок. И он такой кисленький. Вот. И представляете, помните, как было много шпината? То есть, можно да, даже было три пачки, кстати. Можно было три пачки. Ну да, в принципе, да. Видите, и он совсем испарился. И вот маленько приклеился тут вот. Ну не страшно. Стенка, ну ничего страшного. Зато видите, какая рыбка. Она очень вкусная горячая и очень вкусная в холодном виде, как так, консерва. У меня началась... Скорее бегите в магазин, покупайте красную рыбку и готовьте, дорогие друзья. У меня началась слюнявая желтуха, да? Да, теперь посмотрим, как у нас дела. Так, ребятки, как у нас пойдла? Здесь видите, как уже уменьшилась жидкость, насколько. Но дело в том, что я добавила, по просьбе Владимира, я добавила повидло другое. Поэтому у меня вместо 40 минут, видимо, займет еще минут 15. Ну ничего страшного. Ну час, ну и что? Да, ну вообще 40 минут, когда вот 1 килограмм яблок, 0,5 килограмма сахара, то обычно 40 минут. Опять же, по вашему вкусу, на ваше усмотрение, если вы желаете, чтобы оно было чуть пожиже или чуть погуще, вы уже посмотрите сами по консистенции. Можете выключить газ раньше, можете выключить его позже. Это тут нет никакой... Ну вот получается такая, знаешь, как карамель. Да, если, например, вот я, честно говоря, вот предыдущую порцию я, по-моему, передержала. Надо было выключить чуть раньше, чтобы она была чуть жиже. Ну, получилось чудесно. А так она получилась с пирожками. Густая. Единственное, что я скажу, что сахару там, конечно... Да, и еще сахару. Дети у меня сказали все, что очень приторно. Поэтому даже вот люди некоторые говорят, один к одному на килограмм яблок, килограмм сахара. Я сделала один к двум. Еще какой сахар? На килограмм яблок, 0,5 килограмма сахара. Я думаю, что можно было 300 грамм на 0,5 килограмма сахара вполне. А может быть даже... И 250, может быть 250 грамм, то есть стакан сахара. Получается, опять же, для того, для чего вы готовите. Если, например, для пирожков, вот это для повидла, это нормально, но, ну да. Короче, экспериментируйте. В общем, экспериментируйте, у меня нет никаких определенных рецептов. Я показываю, как я делаю. Вы можете, исходя из этого, придумать что-нибудь еще, изменить что-нибудь еще. Так что да. Не столь важно. Все что угодно можно. Но самое добавить. Главное, попробуйте попробовать. Сегодня вот эту красную рыбку. Попробуйте. Ой, я сейчас попробую. Очень вкусно. Можете добавить больше. Я буду самый первый. Шпината больше. Можете добавить любые специи, какие вам нравятся. Я вот не знаю, можно ее шпинатом вообще покрывать сверху? Имеет смысл? Мы вот делали вот, так? Нет, мы так не делали. Кстати, это... Но дело в том, что ты должен просто тогда листочками выложить. Ну, ерунда. Потому вот так нормально. Он же такой воздушный, я не знаю, что с ним случится. Но вот можно, кстати, попробовать. Поэкспериментировать. Поэкспериментировать можно, сверху тоже уложить. Хотя бы прекрати пускать слюни. Да. Дорогие друзья, до свидания. Пошли да? мы обедать. Все, а у нас все готово. Мы сегодня... Пироги будете сегодня делать? Сегодня, нет? Ты что, с печки рухнул? Еще и пироги. Ты еще те булки не съел. Кстати, я покажу вам булки, какие я сделала вчера. А, да. Ну, я их уже 2, 2, 2. Практически с этого. Да, вот булочки, замечательные булочки. С и пирожочки. Вот. Это вот остатки. Вот. А, буржуйской роскоши. Ой. Вот какие пирожочки. С цинамоном мягенькие, булки. До сих да? пор мягенькие. До сих пор мягкие. Нет. До сих пор, да. Вот. Смотри. Ну, если вы даже их и в духовочку, или, вернее, в микровой, положите минуточек, секундочек там на 10. На 20, да. Они самые просто воздушные. Да мне они не так, так что нравятся. В следующий раз будем делать с вами. Да, пироги будем делать вместе. У нас что там, что? Это нам надо, друзья придут, мы это для них мы приготовили. У нас там еще пельмени должны под это самое. А, да, пельмени мы можем наделать, да? Тоже собраться.
Ну, сделаем. Как-нибудь сделаем. Летом пельмени, да? С мандаринами. Летом, ну да. Пельмени с мандаринами. Обычно зимой. Вы пельмени с мандаринами ели когда-нибудь? Да. Вареники, вареники с мандаринами. Так, короче, склифосовский. Вот уже сейчас, вот уже гораздо меньше водички. Ну да. Вот, видишь? Ну, классно получилось. Но видно, да. Да, все. Самое главное, что по твоему рецепту. Что мы добавили персики. Это не персики, а абрикосы. Абрикосы, это хорошо. Это казашка полная. И ананасы. И ананасы. Окей, с ананасами. Запомнила, да? По-русски. Запомнила, по-русски. Apricot. В общем, в этот раз pineapple. Мы сделаем чуть пожиже. Хорошо. Не так густо. Но оно загустеет все равно, это же сахар. Так, должно и к быть. Этой нашей красной рыбке у нас есть... Что у нас есть? Angel Hair. У нас есть паста. А бухать не будем? Мы не бухаем. А мы не бухаем. Дорожинский не бухает, боится. Ну, да. Не то, что, но как-то мне алкоголь не это, не моя тема. Да. Вот у нас пасточка наша любимая. Лучше волшебной травы ничего нет, честно скажу вам. Не пытаюсь популяризировать, ох, тем не менее. Я хотела еще вам, дорогие друзья, рассказать, какая у нас замечательная вода есть. Ну, она есть уже, и там... Пользуемся ею, да. Ну, не 100, ну, сколько у нас эта машина? Лет 15, наверное, вот, да? Канкин. Да. Которая вот очень вот, ребят, хорошая, смотрите. Очень полезная. Тоже без всякой купили рекламы. Купили мы ее давным-давно, до 3000. Она у нас, да, 100 лет стоит. Давным-давно уже выплатили. Но вот пьем и верим. Самое главное – верить. Ну, что вот происходит, собственно. И она сама разговаривает, вот. Kangen Water 8.5. Kangen Water 9.0. 8.5, надо сделать 8. Но мне нравится вот такая, мне нравится ну, максимум. Это само... максимум. Вот, мы ничего не рекламируем, мы за это ничего не получаем, просто мы пользуемся этой водой. И нам да, рекомендуем всем. И рекомендуем всем своим друзьям, потому что хоть это и дорого, но это один раз и на всю вашу оставшуюся жизнь, потому что можно ездить в специальные центры, проверять, есть специальные чего? Бумажки. Лакмусовые. Лакмусовые бумажки, да, лакмусовые бумажки, проверять наличие тех ингредиентов, которые должны там присутствовать. Это не ингредиенты, а кислотность воды, pH, да. pH воды. Да. Так как организм наш, как правило, закисленный, зашлакованный, то есть то нам pH, полезна вот эта вот водичка. Щелочная вода, кстати, помогает России, вам от этого избавиться. Кстати, вот в России, кстати, пьют воду с содой. Ну, правильно это, делаем. Видимо, естественно, то же самое. Это содовая способом. Терапия, пищевая содовая, сода помогает. Да, они добавляют всякую гадость соду и пьют ее, в организме. Это очень да. великолепно. Вот, видите, особенно... под старость начали заботиться о здоровье. О здоровье, да. Да? А больше делать-то нечего. Да, ты вот чего? И заботимся. Ты а о ком же еще заботиться? Ну, о себе детки любимого. Выросли, внуки вот появились. Растут. Поэтому о себе и о любимых и заботимся. Ну, да. А что же еще? Вот, занимаемся тут всяким разным. И выдумываем, чем бы заняться. Вот и Ютубом занялись тоже. Творчеством. Как-то интересно. Утром и рыбой жареная. Вот она любимая. Утром просыпаешься, думаешь, чего бы такое рассказать, чего бы такое придумать уже, как-то хочется жить. Так что... Ладушки. Приходите к нам, смотрите нас, дорогие друзья, спрашивайте. Что хотите, все расскажем. Погода вот сегодня великолепная, вон какое солнышко. Мы, кстати, в парк пойдем. Надо сходить, отдать. Холодно было, отдать пару дней, дождь был. Дань уважения ветеранам, там сегодня мероприятие. Угу. Сейчас мы, наверное, пообедаем и пойдем в парк. И вам еще одно видео еще сделаем. От нас покажем. Недалеко это да, как это, раз. Это рядом. Наш город маленький, я уже говорил, 35 тысяч населения, но очень вот такой вот он. Очень уютненький, очень тихий, очень зеленый. Компактный и правильный. Вот эта погода, которая была прохладная и влажная, все расцвело, столько зелени. Обычно вот в это время... я не о погоде, а о людях, которые живут и здесь. Я о людях тоже. Ну, да. Люди ходят и говорят все хай. Ладно, все, до свидания ненадолго. Пойдем. Пойдем в парк. Сейчас пообедаем, пойдем в парк. Всем всего самого-самого. Пока.